Эйден, которые бы быстро сбивали этот самый рефракшн. Так что норм. Норм, норм, норм. Vengeful Spirit. Теперь у Xiao 8 все не так хорошо, придется идти обузить ботл. А у нас здесь умирает Long Didi, и это First Blood. Поддержки потом решаются, это очень важный такой момент, потому что можно грамотно как-то разрулить все матчи, а можно просто заставить команду играть дальше по расписанию, как это было на Геймгане. Там был просто провал. Ладно. У нас здесь опять пытаются убивать Дума, он хилится, живет до последнего, хороший стан откидывает, но и здесь погибают двое игроков команды UB, наверное, хотя, нет-нет, Бристлбэк отсюда очень может и уйдет, но там 3 секунды до стана Винги, вот он, наконец-то, есть Дум, станчик, и это минус Бристл. Тут уже вырывается у нас Xiao 8, но Xiao 8 тоже не выдержит атака, атаки там так вот, пачками лежат и подпирают монитор, чтобы он повыше стоял, чтобы удобнее было. Подушка из 100 долларовых тоже банкнот. То есть, ну, одеяло, естественно, сшито, не знаю, бриллиантовыми, алмазными нитками. Ладно, у нас тут сейчас начинается замес очередной. Ставятся варды. Кстати, нормально здесь поставили варды. Заблочили Бримастера, заставили его прожать. Ну, как сказать, заставили. Он не особо-то и сопротивлялся. Ульт Некрофоса уходит в пустоту. И это... Ему все-таки... У него есть смысл качать пассивочку. Так, говорят, река появляется сверху после драки. У тебя под таймером. Смотри. Смотрю. Так, начинается у нас драка. Вот. Пошли воевать. И... минус Джоу. Тут, опять же, минус все. Кто тут был? И, опять же, скорее всего, без потерь. Да, так и есть. Забирают одного, второго и до третьего. Через секунду будет просто трапа. А, ну, вот так тоже можно. Правда, Вич-доктор здесь поймать. Лич только 6 уровня. Слушайте, ну да, 14 минута. Лич, который постоянно может кушать крипочков и имеет при этом достаточно маленький левел, опять выходит на Дума. Да сколько вы будете этого Дума убивать? Я не знаю. Сейчас, скорее всего, его забирать должны. Да, его Некрофос здесь убивает. Окей. Брюмастер здесь ворвался. Кстати, мана неожиданно закончилась. Наверное, именно поэтому он не стал дальше идти воевать. Лонг Диди моментом умирает. Жоу заходит за ТП-шечкой. Вот тут его можно ловить. Да, его только что видели, как он забежал на магазин. Ну просто выйти и убить Некрофоса. Вот он Некрофос. Вот он как горит. Вот он Дезбар. Такой вообще ауе. Лютый, посмотрите, куда он его воткнул. Задрот вообще, что вытворяет. Тут еще и ДД попадает под раздачу. Но тут уже, между прочим, четверо игроков команды Old Boys. Или как так они называются. Да, и подходит Джион. Сразу же ловит Сайленс. Брюмастер не успел клэпнуть, или что там вообще произошло? Полетел Чейн Фрост. Брюмастер продолжает дальше цеплять различных людей, но люди выживают. Люди разбегаются. Размен пока что Некрофос на Дума. Мне тут уже говорит показать итог боя. Да бой еще не закончился, по факту. 4, хотя сейчас мы все равно видим преимущество по деньгам всего-то там 3000, хотя опять же вышка была уже тьма снесла, но по вышкам там ситуация ровная, да, что там 3, что там 3 таура. Вот наконец начинают стыковать Дума, вот он Дум проседает, у Дума правда есть мех, поэтому Дум выживает. Примастер также тут раскладывается, сразу же Лунгиди вырубил, Жоу здесь пока еще жив, Жоу свапает, главное не дать ему сейчас ульту нормально кастовать, да, и Жоу не успевает кастовать эту самую ульту, а тут уже пошел Дезвард от Вич Доктора, это минус Ли. Лич. Да, Лич погибает. Также у нас идет пробитие Лонгиди. Xiao 8 здесь тоже ручками замесили. Это минус 3 от команды Rave. И тут остался вот такой неповоротливый Бристлбэк, которого сейчас, скорее всего, также будут забирать. Есть Певчанский. Есть, будет точнее, сейчас Трапчанский. Вот там еще и Клэпчанский залетел. И в лицо с руки. И вот сюда вот, вот так вот это все. То есть сейчас тут получается очень-очень... Да, еще и вот сюда вот. Очень жесткие коридоры. Теперь тут Мансинг левел 90, может быть. Тут скоро будет целая игра, наверное, лесная дота. И у нас очередное нападение. Хорошие каски, кстати. Без крипов. Каски залетают постоянно по героям. Жоу в результате опять не успевает кастовать свою ульту. А хотя тут, ну как, не успевает кастовать. Тут фуловых 5 пацанов, на кого он ее кастовал? Что я вообще несу? Ну и кажется все, кажется посыпались. Теперь просто с руки разваливают. Хотя забрали здесь Дума. Уже более-менее неплохо. Стоят также варды, шаду шамана наваливают. А, там был байбек от Некрофоса, вот в чем дело. Там был байбек от Некрофоса, и он явно... Они даже выходят на вражескую территорию, идут атаковать. Найтсталкер
готов врываться, но нет Вижена. Нет Вижена, его очень мало. И вот сейчас найдут Бремастера. Бремастера надо сайлить и дамажить. Да, задамажили, засайлили. Все, это минус Брю. Причем его убивает Графос. Нет, 90 секунд Бремастера, там Бич Доктор. Правда, какой terrible damage. И этот terrible damage недостаточен для того, чтобы завершить тимфайт в пользу команды Рейв. Слушайте, тут продолжается у нас замес. Под этим Кримсон Гвардом бегает Тайдсталкер. Ему вообще по барабану. Да иди ты уже бей, чувак. У тебя же там... Хотя дэмэджа у него не слишком много. Его там Винга чуть-чуть прокляла. Но вот сейчас, да, миссы на Джио подходит у нас. Как они кайтят? Как они жестко кайтят? Такой лютый развод в исполнении ОБИ. Причем два милишника кайтят Дума и Джио. На тебе замедление. Туда, тычка из-под Мелда, хорошо, но здесь очень плотный товарищ. Вот это проблема. Это та проблема, которую хотят сейчас исправить Рейв. Для этого нужно линии засплитить соседние. А так как здесь линия очень сильно толкается в сторону команды Рейв, то вряд ли получится слишком сильно отвлечь внимание. Но тут у нас начинается тимфайт, прыгает на зум, попадает Некрофоса и пошла жара. Некрофос в ульте, вся У8 у нас, кажется, умирает. Да, остается тут пока что Диди, свапает Джоу. Джоу еле живой уходит. Какая мощная подача, еще и пулыжник от Брюмастера. Все хотят убить Джоу. Все очень хотят убить Джоу и убивают Джоу. Там был байбек от Найтсталкера, и вот он возвращается в тимфайт. Минус 1, минус 2, минус 3 тут... Аегис слетает, и это 4 фрага уже от команды ОБИ, Джио. На развратике тут действует, но его тут вдвоем руками забили. Да, Бристлбека уже слабо пробивает, слушайте. Вот просто ему пофиг. Ему реально пофиг. Крит на 904 только что вылетел. Да, Рейв, видимо, понимает, что они не слишком сильны на данный момент, и поэтому не хотят идти драться. А вот... ОБИ понимают, что Рейв понимает, что они не слишком сильны на данный момент. Да, и у нас начинается тимфайт. Прыгает, вырубает сразу же Диди. Где Жоу? Ждем сейчас, кого же он будет здесь вырубать. Кажется, целью станет Дум. Но у нас тут уже есть первые жертвы. Это Лич. И это, кстати, минус 2 уже. Вот такие вот пироги. Жоу по-прежнему рту свою так и не успел потратить. Ксяо 8 залетает камушек. Его начинают здесь также пробивать. Сейчас ему Бремастеру. Бремастер еще 3 секунды до клэпа. Ксяо 8 под пивасом. Его очень сильно бьют. Его просто псиплейцами забрали шату шамана. Ай-яй-яй-яй-яй. По-прежнему бегает здесь Диди с Думом. Это просто первый Дум. Да, это был реально первый Дум. Диди просто не успел его с себя сбросить. Но вот мы видим, что был первый фраг, наконец, с ульты Жоу. И... Да... Или... Что? В чем дело? Так, начинается очередная драка. А вот тут уже, кажется, больно. Хотя сбили Дезвар, Пич Доктору. Также очень важный момент. И непонятно вообще, кого тут убивают. Убивают ли здесь Бристлбека? Бристлбека 800 хп тем временем. Да, его тут продолжают кусить. Минус Брист. Минус, наверное, Жоу. Жоу так и не успел никого со своей ульты забрать. Но, возможно, у него просто есть приоритетная цель. Поэтому он не тратит этот ульт на кого попало. Тут лечит Шаду Шаман. Зачем-то опять пришли. Не, ну, понятно, потому что там были какие-то байбеки. Вот он, Шаду Шаман. Подходит. На! Просто минус Жоу. Да ладно! Джио! Лоу хп, Джио только-только слетает с него Аегис, прыгает также на ниндзя-буги. Он более-менее жив, есть форестапчик, успевает отойти. Но надо... Ну вот Лонг Диди, да. Лонг Диди подставляется, минус Лонг Диди. Также забрали финиш фулл спирит, там у нас еще хит. Ну вот, все, врыв пошел. Первый врыв на Бристлбека. Рефрешер, кстати, еще не долетел до Дума. Курьер по-прежнему находится в пути. Там уже мид, правда, потеряли. Уже потеряли мид. И у Диди проблема, если его сейчас убьют, он ведь без байбека. Да, это минус Бристл. И просто Дум протыкает свои сабли здесь Лича. Хотя чайник продолжает летать некоторое время. Ну и Ксяо 8 есть баш. Окей. Дэмджа, кстати, Ксяо 8 тоже немало. Это минус Дум. Хорошо, Дума снесли. Дальше что? Дальше потеряли вы мид, пацаны. Вот он, Дум. Байбека. Я не знаю, что тут, куда тут делся Хелсбар у Дума. Его просто отобрал Некрофос. Ну и... Теперь-то... Винга тоже у нас умирает. Ее тут скушали. Это минус 3. 1230. 8 кау темпларки на руках. Это броня. Крейсерская.
Ну и вот он Doom прыгает. Есть первый Doom на DD. Также пытается он сейчас найти Жоу. Есть рефрешер. Левел DS. Линка сбита. Но это минус Doom. Это опять минус Doom. Правда, тут у нас... А тут у нас что? Тут у нас Джио непонятно чем занимается. Он просто стоял. Билд Тауэр до поры до времени. Ставятся также варды. Закрывают они каста. И это, кажется, минус каточка. Дума не будет 2 минуты. Единственный плюс всей этой хреновой ситуации — это то, что линии отпушены. Да, и Брюмастер успевает уйти с блинка. Джио тут тоже убегает. Джио со своим terrible damage стоял, ничего не делал. Он ничего не бил, он вообще, может он или нет. Судя по тому, что ему ломают базу, а у него 3800 на руках, то выкупиться он не может. Нет. Ксяо-8, как же больно, тут Ксяо-8, еще и под маледиктом наваливают, но это минус ничо-буги. Дезвард, конечно, пострелял некоторое время, ну слушай, некоторое время там еще и иллюзии Темпларки наваливают. И сама Темпларка тоже наваливает, правда сейчас ловит Хекс, ловит она Abyssal Blade, рефракшена нет, и ее стирают, но это был только Аегис. Брюмастер прыгнул с клэпом, начинает наводить шорок, Ксяо-8 в таверну, поднимают здесь Бристалбека, чтобы просто не надоедал. Дума по-прежнему у нас драки нет, 20 секунд еще до Дума, ваншотят, реально ваншотнули только что Шадоу Шамана, Жоу еле живой уходит, за ним идет Брюмастер, через секунду будет камень, но Некрофос уходит с даггера. Да, а в очередной раз поднимают Бристалбека, он ничего не может здесь сделать, Джио очень-очень медленный, там Шива, там плевочки, там все очень-очень плохо, ну и начинает быковать здесь Диди. DD нападает на Джио, у DD 4100 хп. И минус темпла. Ну тут просто идет донос. Это по-другому не назвать. Не знаю, почему еще не написали ГГ Рейв. Может они не верят в то, что вот так вот их уделали. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's bottom barracks sense destruction. Radiant's bottom under attack. Да, ну и вот он, собственно, Dire Victory. Причем так как-то без доброй нотки закончили для себя этот матч ребята из Rave. Просто взяли и... Да, ну там, конечно, было ГГ, но до трона до конца трона сидели ребята, они хотели...